Физкультура в этой школе всегда на первом месте. Может быть, поэтому и успеваемость у детей хорошая. В прошлом году вторая школа дала 7 медалистов. Бывшие выпускники приходят в родные стены. Сегодня ребят приветствовал Артем Исусян, выпускник 2008 года, сотрудник школы Олимпийского резерва. К слову, здесь учился и занимался спортивной подготовкой двукратный олимпийский чемпион по бобслею Алексей Воевода. Все эти годы любовь к спорту ученикам прививает Владимир Хайхян, бессменный преподаватель физкультуры. Ну и результат у нас всегда такой положительный. Хочется хоть отметить, что наши гости, хотя они очень заняты, на охране границ, они находят время прийти отметить этот замечательный праздник. На старте две команды – школьников 9, 10 и 11 классов и моряков-пограничников дивизиона пограничных кораблей и катеров специальной службы. Спортзалы есть. На кораблях, ну, у всех, в принципе, есть тренажеры спортивные. Поэтому с этим проблем нету. Эта эстафета, конечно, не серьезное спортивное соревнование, скорее встреча защитников нынешних с защитниками будущими. Ну а школьники сегодня настолько были замотивированы на победу, что во всех видах эстафеты выполнение норм ГТО стремились быть первыми. Моряки не возражали. Это уже как традиция наша, она складывается. Мы уже 29 раз выигрывали, и это будет 30-й, мы попытаемся выиграть. Пока мальчишки готовятся стать защитниками, пусть пока в такой спортивной игровой форме, моряки береговой охраны всегда на посту. О подвигах всех военных, о защитниках страны вспомнят в субботу 23 февраля. В 11 часов на мемориале воинской славы состоится торжественный митинг и возложение венков. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.